сейчас просто был реально какой-то ёбаный пиздец. Я еду на новое производство, блядь, и перестает работать ёбаная карта, блядь, в другом конце Москвы, нахуй. Просто перестает работать, и знаете что? И я хочу ссать. Конечно, я хочу, блядь, со своим мочевым ёбаным пузырем ссать. Хочу ссать так, что я сейчас обоссусь. Вокруг, нахуй, пробка. Я не могу никуда не съехать, блядь. Железнодорожные пути нет нихуя. Мне похуй, я поворачиваю куда-то, еду по каким-то ёбаным дворам. Вижу магазин, там нет туалета. Думаю, пиздец. Выхожу, вижу красное и белое, захожу, говорю: девушка, я сейчас описываюсь. Пожалуйста, пустите меня в туалет. Просто, блядь, дай бог, блядь, здоровья ей. Она меня пустила. Она пустила меня в туалет. Я была такая злая, я орала просто, блядь, в этой ёбаной машине. Что с этим пузырем мочевым делать, я не знаю. Сейчас я готова была нахуй кого-то просто прибить. Просто прибить. Сука, ёбаные навигаторы, клянусь. Блядь, я чуть просто, блядь, не описалась. Мне надо нахуй смотреть, чего у меня там с этим мочевым. Потому что, блядь, я ехала, терпела и попала нахуй в ёбаную пробку. Как это охуенно. Я была, знаете, где, блядь? Вот в этой пробке, нахуй. А надо было мне вообще в противоположную сторону. Но навигатор же конченый пидорас, который, нахуй, меня не так ведет. Точнее, он, сука, не работает. Просто. Я очень злая. Все, я выпустила пар, мне становится легче. Пожалуйста, поддержите меня. Я не могу. Больше новостей из Дома 2 читай на сайте Guest Игра.